Спорткар Lamborghini установил новый мировой рекорд. Автомобиль Aventador SVJ установил мировой рекорд среди серийных автомобилей на северной петле. Спорткар Lamborghini Aventador SVJ установил мировой рекорд на гоночной трассе Нюрбургринг, известной также как Северная петля. Об этом пишет ОТОЭ. Автомобиль преодолел трассу за 6 минут и 44 секунды. Ближайший соперник, Porsche 911 GT2 RS, показал результат в 6 мин 47 3 секунды, а следующий за ним на ОЭП 9, 6 мин 45-9 секунды. Автомобиль Aventador SVJ еще не был официально презентован. Дебют спорткара состоится в рамках выставки Monterey Car Week в Калифорнии. По части характеристик известно, что он получил обновленную систему полного привода, специально разработанные шины Pirelli P Zero Cosa и перенастроенное рулевое управление. Автомобиль также оснастили 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью около 800 лошадиных сил. Ранее сообщалось, что эксклюзивный суперкар Михаэля Шумахера повторно выставили на продажу. Также сообщалось, что Lamborghini показал уникальный суперкар будущего мощностью 1050 лошадиных сил. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.